Блять. Так, нормально по звуку. Так, со звуком лучше. Что-то мне пришло. Так, хорошо, возвращаемся назад тогда. Да, назад. Нет, немного громковато. Вот так, я думаю, будет получше намного. Так, окей. Окей, окей. Что здесь у нас происходит вообще? Здесь вроде что-то происходит, а вроде не происходит ничего. Так, сделаем вот так вот. Все, сделали вот так вот, собственно говоря. Так, па-па-па-па-пам. Угу. Все, короче, нужно переключить стрелу и продолжаем проходить. Супер, нам здесь надо проехать направо. Собственно говоря, проехать через этого мутанта и идти опять, блядь, по каким-то заброшенным туннелям. Вот здесь можно и газу прибавить. Трупы свисают, в принципе, все как обычно. Нормально. Все, супер, пробились. Так, нам куда дальше? Все. С Региной мы попрощались, можно так сказать. Сюда. Так, клавиатура. Опять где-то рычат они. Где-то дневничок должен быть. Мы за всю историю пропустили аж целый один дневник. Это такое недопустимо. Не ори. Такое неприемлемо. Пропускать где-то дневничок. Давайте возьмем калаш. Блять. Где-то они рычат. Ну где? Это он ко мне идет? Или нет? Ебать, а почему у меня видно? Ведь по сути я в темноте нахожусь. Я здесь могу как-то аккуратно проползти? Или тут у нас облава сейчас будет какая-то? У, сука, рычат твари. Вот здесь, за стенкой. Блять, где-то рядом рычат прям. Ебать, что это? А, это двухстволка, понял. И ее нам лучше не брать. Куда нам туда? Я не понимаю, куда мне, куда эта стрелочка меня ведет? Или, а, все, увидел. Понял. Вспомнил, одуплился.
И сейчас набегу, да, твари? Давай, ждем тебя. Пошли, пошли, прут твари. Да ебать живучий. Понял. По 15 патронов на одного, это чересчур жирно, мне кажется. Хорошо лежит. Ебать. Я явно не в тот район зашел. Или он не в тот район зашел. Давай, вот он лезет, псина. Лежать сразу. Блять, в бок. Больно было. Больно, больно, больно. Перезаряжаемся, бежим. Главное не стоять на месте. Супер. Я думаю, пора взять дробовик. Минус. Минус раз. Ебать, а кучность-то хорошая. Получше, чем у калаша будет, мне кажется. Все, отлично, отлетел. Давай, 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 быстрее плыви. Веслами быстрее работай. Давай, быстрее. Это ебаный марафон. Да блять, какой он. Запрыгиваю. Нормально уплыли. И что не за... Вижу. Если, я думаю, лучше взять коллапс, лучше все взять. Да так, косячок решил забить. А пока выходим на фарватер и полный вперед на базу. Все, супер. Еще одна глава пройдена. Снега наверху начали таять. Теперь к традиционным дрезинам добавились лодки и рыбаки. Один из них появился как нельзя кстати. Скоро будем на Венеции. Павел, скорее всего, уже там. Я вообще-то редко в этот туннель захожу. Дернул черт за ногу. Я ж рыбак. Думал, тут клюет. Бревно! Ай, блядь. А раньше нельзя было сказать? Ах ты ж, ёперный балет. Парень, ты это... Будь осторожен. Эта вода опасна. Опа-на, тап, заметочка. Блять, еще одну заметку бонитов проебал. Так, грустно, уже две заметки проебанные. Многие не понимают, почему грунтовые воды до сих пор не затопили все метро. Другие удивляются, что человек вообще смог протянуть 20 лет в убежище, которое было рассчитано всего на несколько месяцев. Говорят, человек отчаянно живуч, как тараканы и крысы. Но я думаю, дело не только в этом. Мне всегда казалось, что мы существуем в метро не просто так, и возможно, мы еще не до конца выполнили свое предназначение. Там не только рыбы живут. Ты скоро увидишь, кто там живет. Если кричу бревно, хватайся за поручи. Хорошо, за какое именно? Опа-на, тараканы. Тараканы ползают. Вот этот тоннель ведет к площади революции и красной линии. Угу. Сегодня, когда рыбачил, оттуда какая-то лодка прошла. Серьезные люди, не беженцы. Теперь не шуми, шибко. Они этого не любят. А это их мир. Хорошо, не шумим. Разлеглись, падлы.
трогаю. Мы тихо... Не знает, из чего они мутировали. Мы их креветками в шутку кричим. Не, бля, на креветок они реально похожие. Просто ум отъехал. Особенно под пиво. Нихуя себе креветочка, блядь, 20 килограмм. Охуенно, конечно. Ебать. Меня чуть не за... Чуть не засосали, суки. Охуеть. Да ебать. Получайте, гниды. Больно-то бьются, однако. А, вот так надо. Где залезло? Больше не уцепилось, нормально. Сука, по аптечкам прожорливо очень. Да за что держаться-то? Е-е-е-е-е-е-е. Как громко-то все, а? Нормально. Еще одна, блядь. Две сразу. Да, блядь. То, давай ящик. Неплохо. У него тут тайничок, конечно, хороший. Блять, это надо было заскриншотить. Сейчас будет барабум. Держись, Артём! Да, держусь я. Нормальное ускорение просто такое словили. Блять, все патроны закончились. О, не часто такое случается. Вот же угораздило. И белую вспышку, это что? Подземная Венеция. Остров, который стоит на темных пещерных реках. У подземной Венеции дурная репутация. Говорят, все она большой воровской притон. Я точно знаю. Павел добрался до Венеции. И если я не опоздал, он все еще тут. Моей основной задачей остается найти следы черного. Но теперь я должен еще и постараться разгадать замысел Коргута, чтобы предупредить о нем Хорде. О, вроде прорвались. Ты там не заснул, парень? Ну как тебе местная рыбка? Да невкусная что-то очень. Ага, не то слово. Видать, плыл кто-то до нас. Раздразнил их. Открывай! Рыбаки пришли! Вижу, вижу. А это еще кто? Да вот в туннеле парня подобрал. Что, бросить его там надо было, что ли? Тоже мне, блин, мать Тереза. Может, ты его еще грудью покормишь? А почему бы и нет? Я не против, собственно говоря. Сначала двое красных, теперь этот. А ты им тут то подними решетку, то опусти. Ты хоть бы раз девку какую привез, что ли?
Семенович, с тебя ж песок уже сыпется. Ты чё? На кой тебе девки? Ты решетку лучше опусти. А то сейчас как заплывет чего, тогда точно будет тебе баба с косой. Ага. Будь спок, Семенович еще всех вас переживет. Здорово, дети, как улов? А нет улова. Сами еле ноги унесли. Если б не этот парень, уж не знаю, дошел бы сюда. Кстати, боцман, зовут моего спасителя Артем. Здорово, Артем. Спасибо за подмогу. Так что там у вас приключилось? Да вши переростки эти якорем в глотку прямо лютовали. До развилки только дошли, они как накинутся. Плот чуть плоть не разорвали. Какая муха их! А, ну так это... По этому самому туннелю красные на стрелку с бандитами прибыли. Вот они зверьё и раздраконили. Ага. А, вот оно что! Артём, ты, я вижу, парень толковый, так что скажу прямо. Да, на Венеции полно бандитов. Они грабят, убивают, но в тоннеле. А здесь они держатся в рамках. Так что не лезь на рожон, мне разборки не нужны. Угу. Семён, дело есть! Слушай, где там наши красные гости? Так в борделе же, где же им еще? Кстати, кто это с вами? Это Артём, гроза креветок. Ты бы видел, как он стреляет! В жизни такого стрелка не встречал. Стрелок, говоришь? Это что, типа такая... пару десятков жбанов тут не местным прострелить не поможешь? Семён, опять ты за свое. Так они сейчас чуть ли не все на сухом складе. Боцман, ну ей-богу, ну самое же время. Приходи, добери тепленькими. Мы вдвоем. Я тебе уже говорил, еще раз скажу. Нет, мне тут твои авантюры без надобности. Ты меня понял? Да понял я, понял. Все, я пошел. Давай. Давай, иди, иди. Ты, как они меня достали? Кто именно? Семен, ты вроде в движках что-то смыслишь. А что там у тебя? Рассказывай, кто тебя достал. Вчера еще порядок был. А тут все одно как чахоточный какой. Кашляет, дымит. Может, свечи? Ну, давай глянем. Такие, может, блок треснул? Да? Это ж как его надо было бы... своротило бы все тут. А ты хоть перебирал его? Да 100 лет уж как. Ну так может там у тебя нагар в цилиндрах уже на палец. Угу. Духан забился. Так ты ж мне сам на той неделе новый принес. Когда же он забился? Да. Так, понятно, хорошо. Ну что тебе надо? Мне? Так, ладно, идем дальше. Папа, ну когда клюнет? Ну подожди немного. Сейчас поймаем рыбу, и тетя Надя нам сготовит. Угу. А ты откуда знаешь, что рыба, а не рак, как мама? Какого рака? Я раков 100 лет уже не видел. Такого, от которого мама умерла. Я не хочу рака. Такого? Такого не поймаем, нет. У нас теперь дозиметр есть. А что это такое? Рака отпугивать? Нет, дочь. Дозиметр показывает много в рыбе радиации или не очень. А раков показывает? Вот если есть такую рыбу, где радиации не очень, то и рак не страшен. Был бы у нас дозиметр, когда мама жива была. А как он знает, рак клюет или рыба? Знаешь, дочка, ты мне всю рыбу своими вопросами распугаешь. Иди вон, с мальчиками пока поиграй. Не хочу. Они все дураки. Игры у них дурацкие, с корабликами эти. Неправда. Я есть хочу. Ну, клюет папа. Нет, дочь, не клюет. Не клюет. Ну, папа, ну как? Так у вас ведро рыбы целое. Не знаю. Алло. Подождем. В смысле? Чего вы ждете? Вернулся вчера с Октябрьской с братанами. Короче, пока были, заглянули в их цирк уродов. Это кто, фашисты? Или нет? Или это красные? Зверь такой, типа черная обезьяна. Ага. Типа гвоздь программы, ночной ужас. Вроде мелкий такой, доходя. А как зыркнет, в натуре волосы на жопе шевелятся. Слышь, братан, проваливай. А кому рыбки свежие?
Понял, это фашисты. По-крупному говоришь? То тагандовские тоже мутят что-то. Вон в охрану пацанов набирают. Пацанов? Крути педали, пока не дали. Папа говорит, что завязал. Дядя Толя. Подвинь. Что у него есть у дяди Толя? Хорошо, ладно. Угу. Надо их Еще фашисты. Они исчезли? А где? Ебать, они просто исчезли. Я ж миллиардер. О, неплохо. Чего стоим, кого ждем? А тебе-то что? Хорошо, давайте. Можешь помочь? Ага. Ну блин, работнички. Давайте сюда проползем. Оп, плюс 5 патронов. Рома, слышь? Я сегодня пас. Уже приняли тут пацана. Да ну, опять про грибы. С такими мы тут 100 лет грузиться будем. И рыбы не свежий. Где что-нибудь расскажешь? Нет. Ладно, пойдем в сторону маркета. Ага. Целая банка. Шутим. Днем рыбки сегодняшние. Ну и где вообще? Ты че вообще? В табло захотел. Че пыришься? Вали. Так, а маркет у нас в какую сторону? Маркет у нас в ту сторону. Оружейник туда. Что они делают? Ты чё вообще? В табло заходил? Ну что, осмотрелся? О, дневничок, так хорошо. Венеция. Подземная Венеция, 3 станции наполовину. Затоплены грунтовыми водами, говорят. Был раньше настоящим город с таким названием. Древний и прекрасный. Кто знает, что с ним стало? Это серьезный разговор. Давай на чистоту. Ты, похоже, застрял здесь надолго. Кругом затоплены тоннели. На Новокузнецкой тебя, скорее всего, шлепнут. Выходит, что идти тебе дальше некуда. Вот я тебе предлагаю.
Оставайся с нами. Ты молодой, сильный, не пропадешь. Работа для тебя найдется. А то у нас с толковой молодежью бандиты ходят. Ну кто к нам пойдет? Подумай. Походишь с нашими рыбаками на промысел, пообвыкнешь, а там, глядишь, и обживешься. Мы тебе и девушку подыщем. Ладно, не хочу на тебя давить. Иди осмотрись пока. Только не нарывайся. Бандюки нервные сегодня какие-то. Да, я заметил уже это. Так, ладно, тут хуй с ним. Идем дальше. Тут что? Кто там? Филин, ты что ли? Филин. Так. Павловка. Хорошо. Простите, что ты что, не понял? Канай за столик. Ну, мы же тут уже ты полчаса. Тут вообще, а? В смысле? Тихо, Тоха, куда он пошел? Не, ну я что сказал? Кна! Ну сейчас, все. Барахло свое забери. Ну сейчас. Нет, что так медленно? Пацаны, надо кому волыну. Так, если быстро заказ приняли. На. Да нормально все, Тоха, что ты? Делать всех распугал. Мясо два раза. И первач, братан, бегом. Братан сказал, бегом. Все, Тоха, сейчас все будет. Так, минуточку, проблему с наушниками решили. Солите вы их, что ли? А ты глянь разок, как тварюка за решетку проберется, и поймешь. У них панцирь, ого-го, пули так и отскакивают. Разве только в хрюсло открытые цели. Так это же еще попасть надо. Ого, говоришь? Слышь, попроси своих мне бродик сварганить из этого панциря, а? Я тебе соли подкину. Соли? Да пробовали уже. Питерская соль. А ну ж как? Панцирь как подсохнет, сразу хрупкий. Так, панцирь как подсохнет, сразу хрупкий. Допустим. И становится, как стекло. Не, если хочешь попробовать, конечно. Панцирь мы тебе 100 штук навалим. Но промышляем мы молодняк. С ними хлопот меньше. А с крупняком мы не связываемся. Угу. Хорошо. Так, а можно выпить? Новое лицо? Тут. Пожалуйста. Хорошая штука, правда? Повторить? Давай. До какой степени это можно повторять? Хорошая штука, правда? Да. На здоровье. О! Третий. Выпить при каждом удобном случае. Ёпты. Все, поплыл Артём. Поплыл Тёмыч. И чё? Сейчас проснёмся без патронов? Давай, наливай. Дорогая. Тихо. Здравствуй, моя. Что происходит? Давай. Что это? Нормально. На полу поспали, хорошо. Видом на свинок вообще прекрасно.
Что делать? Что случилось? Чего надо, рожа твоя бесстыжая? Мало выпил? Смотри, что ты тут своими дружками наворотил. Весь бар не разнес, ирод. Всех клиентов распугал. Что мне теперь делать, а? Кто платить будет? Ты, что ли? Эх, глаза мои на тебя. Пацаны, надо кому волы. Брат, спасибо тебе. Мог же, я же... Не-не, я не знаю. Если что, заходи. Ага. Все, понятно, минус 100 патронов. И мы опять без патронов. Надо будет искать, значит, сундучки. Здесь у нас что? Тёлок не калечит, ясно? Анжелка, жги чисто ещё, три рожка да! Эй, а деньги? Так, а деньги? А денег нету. С бугра местного спроси. Во! Брыз! Эй, алло! У нас тут ни коммунизм, ни раз. Это ты чё, вообще? Совсем уже отгрел? Они же с кислым трешуют. Чё, в натуре? Да чё ж такое? О, шараши! Чисто шоколадница, реально! Угу. Чё это за жизнь такая? На кой оно мне чё? Опа, на дневничок. Так, мне говорили, что подземная Венеция — город воров. Воров и душегубов, но... Я нашел тут и обыкновенных живых людей. Они наладили свою жизнь как могли, обустроили свой крошечный мирок и очень боятся, чтобы... Бушующий снаружи хаос захлестнет их, и они просто хотят жить. Ну ладно, отдохнули, пора и честь знать. Значит так, сейчас рассчитываемся с кислым. Иду и к товарищу Корбуту. Доложишь, что контейнер с вирусом доставлен на Октябрьскую. Эй, красавчик. Двинули дальше, дело не ждет. Что за... Чего кислая мина? Так, окей, они уходят. Мы ведь угробили там все. Ну ты прямо атас, ну прямо бешеный. Ну сказал бы по-человечески, что не в моготу. Что тебе станцевать, сладенький? Говори. Ничего, мне уйти, у меня патронов нету. И это все? Странный ты какой-то. Эй, да-да. Если надумаешь вернуться, я всегда тут, рядом. Хорошо, хорошо. Сиськами, сиськами потряси, нехай тут торчать. Так, идем, а куда он ушел? Вон он, и, он идет, нам за ним, да, нужно идти? А ты что подглядываешь, бесстыжий? Так, ебать, рыбка. Ай, что у тебя есть? Патроном бы мне для... Дорого, блядь. Бывай, пацанчик. Если что, я завсегда тут. Пишите, количество мишеней ограничено. Разбираем перышки, пацанчики. Сам правил, а мыться можно. Мясо свежее, только что бегало. Покупайте ноги. А вот даешь. Кому? Пацанчики. Ну-ка, обмен. Сотен обмен можешь предложить. РПК, ебать, пацаны, дорого. Надо кому волын. Есть реально, все, подходи. Давай, брател, если что, заходи. Подходи, не стесняйся. Что там, здесь вроде можно поту... Правила простые. Идешь на позицию и убиваешь всю живность. Успеешь до сигнала, приходи за выигрышем. Давай попробуем, супер. Пацанчики, кому гранаты? 10 патронов, сейчас может играемся. За бар. А где? Кто со мной забьется, что он все мазанет? Да хоть три, ты чё, он косой же, реально. Ага. Молодец, держи патроны. И сколько мне патрон? 15. Может, поднимем ставки? 51. Хреначат как надо, сам проверяю. Давай, теперь сколько их? Косой же, реально. Ну раз дураку везёт, пусть ещё попадёт. Ещё? Не дам мне ждать, ещё попал. Косой.
Джой, ты че меня подводишь? Отлично. Сколько даст? Держи патроны. Может, прошу на позицию? Маслята, перья, гранаты. Давайте. А гранату можешь вернуть, интересно? Нет, нельзя. Так, хорошо, третья волна. Нормально. Ну ты дал, стрелок. 111. Вот специальный приз. Обычно мишеней до вечера хватает. Ну да ничего. Гриль простаивать не будет. Все, нельзя больше поиграть. Блять, есть достижение вернуть девочку, девочке Мишку. Подарить какой-то там. Нет, так что мы пройдем сюда. Пройдемся. Там женщина работает. Хорошо. У вас уже больше нельзя ничего. Волына для реальных пацанов. Ну хватит, хватит. Что случилось? Братва! Мишка потерялся. А, вот оно про что. Все, все. Найдем твоего Мишку, найдем. Не плачь. Я понял, что за достижение. Я хотел Мишке показать, как у тиры стреляют. А дядя на меня накричал, и я убежал. Пацаны, надо кому волыну. Вот пиздюк. Мой Мишка. Мама, Мишка вернулся. А ты далеко ходил? А пирожки были вкусные? Mm-hmm. Ты больше не уходи без меня. Ой, спасибо вам огромное. Я уж не знала, что делать. Что нужно дяде сказать? Дядя помог Мишке тебя найти. Ну, что надо сказать? Спасибо. Спасибо большое. Mm-hmm. Ему этого Мишку Семен сверху принес. Игрушек mm-hmm. здесь сами понимаете. Вот он и привязался так. Ну что, пошли домой? А можно я еще здесь поиграю? Хорошо, но только недолго. А потом пойдем домой. Угу, и Мишку не проебывай. Пацаны, надо кому волыть. Если реально все, подходи. Так, вы что-нибудь скажете после этой ситуации? Нет, ничего. А кому надеться? Понятно, хорошо, идем просто дальше. РПК мы не будем покупать, пока не рано для него. Давай, давай, пузырь. Увидит меня или нет? Хорошо, один пошел посмотреть, что там с пробками. Так, хорошо, вот он идет. Он идет один или с кем-то? Пока мисс вроде я вижу только одного. Теперь тебя выбили пробки. И... Так, ладно, где-то второй топал. Не могу понять, где он топает. Вот он топает.
И докуда он пойдет? Все хорошо, тревоги не поднимаем. Проползаем вот здесь. Видал того в шлеме? Он крайнего раза чемоданчик притаранил. Кисло еще потом чемоданчик этот на Октябрьскую сказал оттаранить. Угу. Агитация там типа, все такое. Только есть маза. Что лажа все это про агитацию. Ну кто на чемодан с бумажками замок вешает? А чё ж там было-то? Патроны? Тоже. Знать бы. Агитация. Хорошо. Давай здесь полежи в уголке. Так, он сейчас пойдет обратно. Я понял. Ты тоже полежи здесь. Что это за картина? Ебать, грибочки. Хорошо, он идет туда или нет? Не, ну когда уже пробовать будет, я уже ждать не могу, честно. Да куда ты пробовать? Только пошло. Ну вот и налей, а то что, сорить на него? И посмотришь, а что там будет. За кого ты меня принимаешь? У кого ты? Ты нужна нам больно та агитация. Оттарабанили на Октябрьской. Не урод? Есть такое дело. А нет ли у них там такого небольшого зверя, вроде черной обезьяны? Так это же у них типа гвоздь программы. Ночной ужин. Вроде сука мелкий, но, бля, как пылится на тебя начинает. Страшно, как весь ты. Бля, это мы уже слышали. Этот зверь живой. Плачу вдвое против обычного. Втрое. Хорошо, втрое. Только побыстрее. Да. Вот за что я люблю красный. Так это за то, что вы не торгуете. Бросай оружие! Ты как услышал? Надо же, кого я вижу! Ох, ловкач! Все черного ищешь? Раньше надо было суетиться. Архиполезные ребята эти твои черные. Товарищ Корбу давно на них глаз положит. Их если приручить, да на врага выпустить. Так, спокойно, спокойно! Твоя взяла. Что теперь? Раз ты черного ищешь, он тут, недалеко, на Октябрьской. Могу провести. На этот раз без сюрпризов, обещаю. Лежать, суть! Артем? Так, Арт, ты кто? И кого он убил? Ушел, гад! А чего ты сам на склад ломанулся? Меня позвать не допер? Ну ладно, так тоже ничего получилось. Только теперь валить тебе отсюда надо. И в темпе. Я тут один ход на поверхность знаю. Правда, там наверху болото, но пройти можно. Идем быстрее. А вот и болото, наше любимое. Допустим.
А он... блядь, он тоже ищет теперь черного, понятно. Все, я вспомнил, почему мы... Почему мы его убьем потом на улице. В третьем. Надевай. Это тебе мой презент. За бандита. А что одевать? А, костюм. Ебать, что это? Экипировка типа? Или это типа от радиации защищает? Если мне повезет, то на аванпосте ордена в заброшенной церкви меня будут ждать наши. Я передам им все, что знаю. О Павле, о каком-то жутком эксперименте, который они собираются провести. И продолжу свой путь на Октябрьскую. Черный там. А где твой противогаз? Вот, молодец. Вот оно, болото. База на другом берегу, в церкви. Отсюда не видно. Переправа тут, паром с лебедкой. Надо будет заправить. За горючим придется сходить. В самолете или в скроне на заправке должно быть. А где самолет? Не суйся, сожрут. Ну все, с Богом. Удачи, Артём. На этом глава про Венецкую линию закончена.